Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе команда X-Delayed. Весь год мы вели себя хорошо, поэтому мы бы хотели попросить тебя об исполнении нескольких наших желаний. В этом письме речь наконец-то пойдет о нашем канале. Прежде всего, мы от всего сердца хотим пожелать, чтобы в новом году мы смогли уделять еще больше внимания и времени тем проектам, которыми интересно заниматься именно нам, и чтобы занятие этим проектом продолжало радовать каждого члена нашей команды, а энтузиазм и желание творить не угасало в каждом из нас. Во втором нашем желании мы хотели бы попросить, чтобы наш канал с каждым днем смотрело все больше людей, и мы смогли бы достичь 500 тысяч подписчиков на YouTube, радуя их новыми видео. Также нам очень хотелось бы, чтобы нам никогда не нужно было выбирать между работой над видео и личной жизнью, и чтобы в новом году у каждого из нас хватало времени на все. Так как мы активно работаем в направлении стримов, мы хотим, чтобы в следующем году мы смогли развить свой Twitch-канал и получить партнерку, что позволит нам больше времени уделять трансляциям. В еще одном желании хотелось бы попросить о том, чтобы созданные нами проекты начали набирать столько же просмотров и фидбэка от зрителей, сколько и озвученные нами видео других авторов. Не волнуйся, Дедушка Мороз, это одно из последних наших желаний, адресованных тебе в этом году. Мы желаем, чтобы все большее число наших зрителей поддерживало наши начинания, не принимало все новое в штыки, а также делилось своими мыслями и идеями о том, что можно изменить. Мы хотели бы, чтобы зрители с пониманием относились к нашим ошибкам, а мы, в свою очередь, учились на ошибках и больше их не повторяли. И, наконец, наше последнее желание, и этой зимой мы тебя больше не потревожим. Пускай в новом 2016 году ни один из наших подписчиков не пожалеет о подписке на наш канал и потраченном на просмотр времени, а мы не жалели о затраченных усилиях.